тяжелые борьбы, потому что готовились серьезно к этой команде, много видели ее в деле, много там мастеровитых и поигравших футболистов, поэтому что касается футбола и игры, будет, я думаю, что тяжелая и непростая игра, но антураж, это, наверное, слов не подобрать, мы, наверное, все вместе переживаем историческое событие, поэтому можно даже где-то и поздравить нас всех, что мы находимся сегодня здесь, сейчас на этой арене. Исходя из того, что последние игры были с разгромным, я думаю, что с Луцком должны тоже 3-0 минимум. Ну. Я думаю, что сегодня, как всегда, будет разгром, ведь ну, принимают Слуцк. Ну, это команда вышла с первой лиги. Слуцк. Оборона одна, глухая. Прорвем. Мне кажется, команда Слуцк не даст просто так Батэ обыграть себя. Слуцк сложная команда, но по первым 6 турам показал, что что-то может, но Батэ сегодня осилит. Ну, 4-3-1. Только победа. Прежде всего, я счастлив за город, за жителей города, что у них появилось такое шикарное место, где они могут приходить и реально кайфовать от зрелища, от футбола. Мне кажется, здесь не только футбол, можно проводить и различные концерты, другие мероприятия. Поэтому я прежде всего рад за них, рад за людей, которые поставили себе цель возведения такого вот стадиона. Отлично, 3-0, уверенная победа по счету, может, по игре не так скажешь, а прям легко все она далась, да, но 3-0 отлично, стадион сумасшедший, все время ловил себя на мысли, как будто сижу сейчас в Европе где-то, не мог поверить, что это в Беларуси наконец у нас такое случилось, я думаю, на этом стадионе плохо играть невозможно, без желания, скажем так, поэтому ребята большие молодцы, выиграли, порадовали болельщиков, только положительные эмоции. Очень доволен, что выиграли первый матч. Классная атмосфера, конечно. И я надеюсь, что с каждой игрой будет только лучше и лучше. Мы будем больше радовать наших болельщиков, которые приходят и болеют за нас, поддерживают команду. Вот. Так все круто. 3-0. Супер начало. Будем так дальше продолжать. Тяжелый матч для команды выдался. Наверное, все-таки на действиях команды сказывается, что это первая игра на таком великолепном стадионе. Ребята хотели полностью отдаться игре, скажем так, порадовать своих болельщиков. Я думаю, что это давало немножко, сказывалось на действиях ребят, потому что как-то, может, переизбыток эмоций вмешал. Когда забили второй, уже раскрепостились, поняли, что победа от нас никуда не уйдет, поэтому спокойно и увеличили преимущество в конце. Поэтому... Ну,
первую очередь хочется сказать, что атмосфера просто нереальна, стадион супер, так приятно было на нем сыграть, очень хорошо, что выиграли, и очень приятно было, что почти полный стадион, очень хочется, чтобы на каждой игре нас так поддерживали, в общем, супер.